Дорожный ремонт в этом году в Самаре начали раньше. Из-за резких перепадов температур на асфальте появляются трещины и ямы. В первую очередь департаменту городского хозяйства и экологии поручено обновлять участки дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также оперативно реагировать на сообщения жителей. Работает порядка около 6 бригад на аварийно-ямочном ремонте. В первую очередь это идут дороги, где движется общественный транспорт, потом уже уходят либо на кварталку, либо на дороги третьей, четвертой категории. Поэтому это вот на сегодняшний день работа организована штатно. Сейчас обращение и к любителям, к автолюбителям, которые сегодня являются участниками дорожного движения, ехать очень осторожно, смотреть на появление вновь ям, властям и эксплуатирующим организациям принимать меры по недопущению сверхнормативных или, будем говорить, глубоких ям. Как только установится стабильная плюсовая температура, в городе начнут ремонт дорог картами. Погода внесла свои коррективы и старт месячника по благоустройству. Из-за снега он переносится на неделю. Основные работы, которые планируем на этой неделе, с учетом погодных условий, то, что в ночь будет минус, в день будет плюс. В день будут проводиться работы по уборке прилотковой части, ремонту пешеходных ограждений, ремонту урн, ремонту остановочных павильонов. Первый субботник запланирован на 28 марта. Также общегородские уборки пройдут 11 и 18 апреля. Общегородской субботник состоится 25 апреля. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События.